Первый весенний день не принес радости жильцам разваливающегося дома на улице Нагорная. Люди боятся, что выпавший снег, который растает на днях, станет причиной обвала потолка. Слои штукатурки сыпятся уже несколько лет подряд. Балки потолочных перекрытий провисают все сильнее. Усугубил ситуацию пожар недельной давности, случившийся по халатности рабочих на чердаке. С тех пор щедро пролитый потолок квартиры на втором этаже изрядно потяжелел от воды, а в крыше сталинки образовались зияющие дыры. Дожди были, были, капало, капало. Вот оно и накапало. А вот недавно пожар у нас был. Вот. Тоже сейчас же у нас это на этом, на крыше, как говорится, небо видно, а снег идет. Сейчас знаете, сколько накапает? В обеих аварийно-опасных квартирах на втором этаже живут дети, которых родители боятся оставлять, уходя на работу. В одной из них глава семьи попытался решить проблему самостоятельно, смастерил распорку, но сколько она выдержит, неизвестно. Мы уже боимся сюда, это самое, как говорится, или кровать, или что ставить. Дети бегают, я не знаю, вот оно скоро обрушится, и никому ничего нет дела. Добиться помощи люди пытаются в районной администрации, но дальше фотосъемок дело не идет. Тем временем потолки опускаются все ниже, а шансы получить травмы становятся все выше. С места происшествия Мария Склярова и Виталий Векслер.